Всем привет, меня зовут Яна, эти ноготочки не были у меня около полутора месяцев, и дизайн у меня есть на канале. Это ногти до, это после, и это укрепленные гелем и выровненные. После выравнивания гелем я, конечно, опил не делаю, этот гель жиденький как база, поэтому очень удобно. Далее гель краской Monasi, один слой френча, без проплешин. И вообще-то я хотела монохромный цветок, то есть черный, серый, белый тона, но клиентка захотела розовый, и тут я начала чего-то мудрить. Хоть я и в прошлом видео рисовала цветок, но тут я решила срисовать с чужого мастер-класса немножко другой и совсем запуталась, не там тени нанесла, там где должны были быть света, я нанесла тени, и тут у меня все наперекосяк пошло. На второй ручке, кстати, цветок более удачный получился. А этот на паучка похож. В принципе, и серое, и розовое сочетание красивое, но я тут действительно что-то с тенями напутала. Это я не покрываю еще топом, расставляю белые акценты, прикрепила стразы, чтобы хоть как-то украсить этот цветок. И вот эти белые прорисовки еще до топа, так как потом я решила добавить паутинку, чем окончательно испортила вот этот цветок, у меня получилась какая-то абстракция непонятная. Вот с другой стороны более-менее нормально получилось. Ну вот, на ваш суд, пожалуйста. В принципе, ничего, клиентка ушла довольна, но вот что получилось. И еще одни ноготочки тоже долго носились. Это все пока на базе Фиоры. На базе мехей у меня пойдут чуть попозже клиенты. Итак, тоже Global Fashion у меня гель. И, кстати, в интернет-магазине его можно купить за 266 рублей. А в обычном магазине я покупаю за 350 рублей. И вот здесь я решила сделать слезу единорога, но клиентка назвала ее слезой носорога. Она просто перепутала название, но было очень смешно. И моя здесь ошибка была, что я ляпнула слишком много геля. Наивно полагаю, что у меня такими слезками и останется все. Потом я еще и не досушила, это я первый раз делаю. Вот один кусочек у меня просох, а верхний нет. Здесь у меня такая липуха здоровая получилась, еще и с рваными торчащими краями. Это потому, что я геля слишком много положила. И далее топом я пыталась уже сгладить вот эти торчащие от геля края. Ну, в принципе, неплохо получился. Да, мне топ от Канна пришел. Хороший топ. Матовость отличная. Еще одни ноготочки. Девушка сломала, потому что каталась на катке.
нюдовый гель-лак от Жди Коко. Всегда забываю номер, но меня всегда спрашивают. По-моему, 812-й. Ну и как же без аэрографа-то? Я теперь каждый день должна его включать. Вообще-то клиентка показала фотографию без применения аэрографа звериные рисунки, но я решила, если я немножко добавлю вот этот градиент, то будет похоже на звериную шкуру, у которой где-то темнее, где-то светлее. Переход от спинки к животику. Сейчас опять в моду входят звериные вот такие рисунки. И результат, в принципе, простенько, но мило. И я с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч!